А вы из Сочи? Нет. Откуда? Вот так, с простых вопросов, и начинается беседа. И первое, о чем спрашивают курильщика, из Сочи ли он. И как показал опрос, в самых многолюдных местах дымят в основном отдыхающие. Одни по незнанию федерального антитабачного закона и правил, установленных на курорте, другие из принципа «курю, где хочу». В итоге окружающие то и дело скрываются в облаках дыма, что, естественно, нравится не всем. В Сочи активная борьба с курением ведется с 2010 года. Тогда, 19 января, была принята хартия «Сочи – город без табака». Мы эту стратегию бездымного города, бездымного пространства продвигаем как курортный город. У нас очень много гостей во время летнего сезона. И для нас важно, что люди и разлетятся от нас, но будут знать, что вот эти стандарты, они должны распространяться во всей России. По букве закона за курение в неположенных местах нарушителю грозит штраф. Выписывать его должны полицейские. Сочинские активисты применяют другую силу слова. Участники акции «Мы за чистый город» разделились на 3 группы и отправились по улице Новодинской, Центральной набережной и вдоль реки Сочи разыскивать в толпе курильщиков. Тот, кто оказался в центре внимания участников рейда и телекамеры, реагировал по-разному. Одни в споре начинали отстаивать свое право на курение, а кто-то, выслушав и согласившись с участниками рейда, тут же тушил сигарету. Наша основная цель – это, опять же таки, показать людям, что они поступают неправильно. Мы будем стараться добиваться того результата, чтобы любой человек, который проходит по городу Сочи, смог свободно дышать. Разъяснительные беседы участники рейда провели и с администраторами кафе, расположенных на набережной, где дорогим гостям были настолько рады, что разрешили курить. Хотя по федеральному закону дымить на территории общественных заведений запрещено. Касается это и пляжей. Для удовлетворения никотиновой потребности есть специально обозначенные места. Можете выкинуть, пожалуйста? Да, хорошо, выкину. Пообещайте, что там больше не будет делать. Есть специально у нас зоны, где люди курят. Здесь дети. Цель акции, как отмечают организаторы, не убедить человека завязать с пагубной привычкой, а объяснить, что курить там, где это запрещено, вовсе не норма, а нарушение закона. Ведь и жители, и туристы любят Сочи за чистый воздух. Облака табачного дыма в картину российского курорта никак не вписываются. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.